Задача, которая была и остается приоритетной в работе специалистов Брестской областной организации «АСВОД» – уменьшение случаев гибели детей и взрослых на водоемах. За последние 5 лет фиксируется стойкое снижение несчастных случаев. Их стало меньше на 15-20%. Неплохие результаты возможны благодаря слаженной и оперативной работе различных заинтересованных служб и ведомств. Идется большая профилактическая работа по этому поводу. Налажено тесное взаимодействие с МВД, МЧС, БРСМ, и общими усилиями все субъекты профилактики добиваются поставленной задачи. В АСВОД отмечают, раздача методичек и расклейка листовок с профилактической информацией – дело устаревшее. Сегодня в приоритете у специалистов областной и городской организации напрямую работать с детьми и их родителями. Как показывает практика, именно такая работа дает свои плоды. Также посещаем детские дома, интернаты, где работаем с детками, которые вот немножко представлены больше государству, да, и нет родителей, когда нужно как-то детям показать даже работу того же водолаза, да, показать, что есть такая служба для них, это очень интересно, познавательно. Также точно работа ведется и с детками. В садиках это различные какие-то мультики, игровая форма. Если это трудовые коллективы, то в первую очередь, конечно же, подводится полный анализ и статистика несчастных случаев для того, чтобы донести до людей, что действительно несчастные случаи случаются по определенным причинам и лидирует в этом алкоголь, либо недосмотр именно родителей за детками. И хотя в целом результаты весьма неплохие, положение дел по гибели людей на воде остается тревожным. За 2019 год в Бресте от утопления погибло 6 человек, 3 из них – дети. Основная причина – недосмотр родителей.